Начало нового учебного года отметили во всех районах Верхневолжья. И переменчивая погода не помешала состояться торжественным линейкам, многие из которых прошли на открытом воздухе. Как отметили 1 сентября в Калязинском районе, рассказывает наш корреспондент. Белые банты, букеты ярких цветов, новая форма, первый школьный звонок. С началом учебного года ребят поздравил глава Калязинского района Константин Ильин. Следующий учебный год успешно, получили знания, но не только знания, но и получили хорошее образование. Особое внимание первоклассникам, которые только вливаются в школьную жизнь. Всего в этом году впервые за партой сядет 179 юных калязинцев. А в Нерельской средней школе чествовали учителей, которые уходят на заслуженный отдых. Я работала учителем математики в школе, которая для меня является родной. Я и училась в этой школе. Общий педагогический стаж у меня 55 лет. А в нашей школе отработала 50 лет. Учеников прошло через меня, конечно, очень много. Большинство даже родителей в нашем селе – это мои ученики. На смену опытным кадрам в калязинские школы пришла молодежь, которая в этом году окончила местный педагогический колледж. Их торжественно приняли в учительскую семью на педагогической конференции. А более 350 студентов начали учебный год в Калязинском колледже имени Полежаева. Сегодня мне особенно хочется поздравить наших вновь поступивших студентов. В этом году для студентов колледжа построен стадион с тренажерной площадкой, где ребята смогут активно и полезно проводить свой досуг. В следующем году колледж отметит свое 120-летие. Учебное заведение подготовило и выпустило множество специалистов, известных своими достижениями на всю страну.